Мы перебазировались в комнату Дашину. И что у нас сейчас будет, рассказывай. Fashion. Я Дашу попросила разобрать мой гардероб и помочь мне со стилем. Мама даже не знала о существовании своих вещей. Она мне говорит: мам, я у тебя такую классную кофточку нашла. Сейчас модная такая на змеечке. Я смотрю на нее и говорю: у меня такая? На ней еще бирка висит. Ну давай. Окей. Ну, как бы это не моя кофточка, папина. И что ты говоришь, с джинсовой юбкой классно будет смотреть? Да, она же большая кофточка. Ну, это да. Ты взяла джинсовые штаны? Или юбку? Юбку. А ты мерила? Юбку. А ну помери мою юбку с этой кофтой. Ну ладно. Что ты там нашла? Вот это домашнее платьюшко можно носить. Антитренд. Блин, а я думала осенью носить, когда прохладненько станет. Все? Да. Всё. Складывать в ящик, да? Может, через 20 лет вернется. Через 20 лет вернется. Внукам подарю. Что нашла интересного? Вот это прикольное. Вот это... О, тоже прикольная моя. Да? Корточка. Забирай. Все, что нравится, забирай, Даш. Мне все равно некуда носить. Огород и дом. Весь мой выход. Одни скини штаны. Я любитель скини, да. Хоть у меня фигура не песочные часы, но скини я люблю. Так, свитера. Свитера это, конечно, база. Ну ты хоть складываешь красиво. Ты куда мне засунула? Ну, эти я оставила уже домашние, потому что там пятно я положила. Тоже скини. Да, у меня три пары скини. Представляешь? О, тут есть твой этот свитер, который я прям привыкла видеть тебя в нем раньше. Ты его так часто носила. Покажи. Просто такое ощущение, что на каждой фотке ты была именно в этом свитере. Это гольфик. Ну, гольфик. Мне казалось, что коричневый цвет не идет. Ну так и есть. Это прям воспоминание. Это когда я Никольку носила беременная, мне Люда подарила этот гольфик. И я такая была рада, что она мне подарила, потому что я обожала в то время коричневый цвет. У меня даже есть коричневый костюм. Мишка Тедди. Кожаная для вас отложила. Вы не хотели носить, но я думала, припрячу, но буду. Может, в моду вернется или под Ботфорд. Знаешь, как прикольно? Нет? Мне такое. Как бы на меня они маленькие, но для вас отложила. Это тоже для вас отложила. О, шортики. Это я чисто для вас спрятала, пока вы не выбросили. Да, да, это Виктория вам передала, я припрятала. Там еще было платьишко такое кожаное. Ага, вот оно. Тоже прикольно. Это тоже антитренд. А, почему? Ну, такое было модно. Было модно. Под кепку, косуху. Представляешь, косуха, кепка, Ботфорды. А помнишь? Байк. Да, помню. H&M. Я еще помню, что это была фирменная кепка. Даша ее одела в школу, первый день же потеряла. Ты не только кепку потеряла. Ты от моего спортивного костюма этот худи потеряла. А может, это... Сами потеряла. Да, да, я много чего ты выходила. А это, это личность какая-то, которую пока не хочется. Николька, ну я ж снимаю разбор гардероба. Она подбивает меня. Нашла маечку. Да, это я собиралась с юбкой носить джинсовый. И спрашиваю Даши, или нормально цветосочетание черный с светло-голубым. А ну, примерей.
Ну, примери. А ты не хочешь примерить мою юбку, кстати? Я мерила буквально 7 лет. И что? Как? Ну, она на меня, естественно, большая. Ну, понятно. А ну, помери, покажи нам всем. Вот с этой маечкой как раз возьми, помери. Я посмотрю, как она со стороны смотрится. Ой, кстати, Маша уже перешла в эту комнату, Валера ей сделал свет, стол, осталось только компьютер ей поставить и интернет провести. Маша тут уже занимается, никто ей не мешает, а то детки ей мешали делать домашние уроки. А тут она себе тихонечко учится, а Даша с той стороны учится, кабинет. Тут тихо у них, у Маши с Дашей, тут комнатка, ну, самая дальняя, и тихо у них, спокойно. Тут можно спать утром и не слышать, что у нас там-то шумно. Ну, получается, что на Дашу большие вещи, но Даша сказала, что на мне вот такой стиль будет нормально смотреться. Ну, ясно, что на Дашу большая юбка и майка тоже. Как вам, друзья, если я выйду вот так в люди? Будет хорошо. А на ноги что? Что на ноги? Кроссовки, да? Кроссовки, как ты любишь, плавки. Пока Даша там переодевается, Николь занята делом. Пошла посмотреть, что ж там Даша делает. Уже пытается говорить, там такие звуки издают интересные. Пытается повторять за нами. Некрасивая. Юбка большая. Или надо ремень под юбку затянуть на талии. Ты говоришь, что вот эти майки модные, но она огромная. Ну крутая. Крутая. Мадам, вы прекрасны. Но на вас трошечки великого юбка. Надо ремень. Привет, дорогие мои друзья! Понедельник у меня такой, знаете, отходняк после выходных, когда я могу немножко себе время дать, то есть уделить время, помыть голову после этих огородов, готовки и привести себя в чувство. Кстати, брови, смотрите, вот брови я не крашу, сейчас не накрасила, вот мои натуральные брови. Что скажете, мне идут темнее брови или вот мои вот такие бесцветные, как говорится? Тут нету ни капли краски на них. А еще я вернулась к своему любимому скрабику, который нереально питает мою кожу. Я такая счастлива, что не надо наносить на руки, тело много-много крема. Вот даже блестит жирок на пузе. Это все впитается, и будет кожа потом очень такая мягенькая и шелковистая. Лицо тоже, кстати. Потом уже не надо кремом промазывать. Вот этот скрабик. Кому интересно... Но, конечно, везде есть свои недостатки, и в этом скрабике тоже. После того, как ты попользовался скрабиком, ванна жирная, ее надо мыть содой, чтобы смыть вот этот весь налет жирный. И аккуратненько выходите из ванны, чтобы не поскользнуться. Завтрак мой, кашка кино. Мяско вчерашнее запеченное, кусочек сыра. И хотела самое главное показать. Уже едим зелень, которую я проращивала. Это шпинат и вот эта микрозелень разная. Там руккола, еще какие-то интересные салатики. Уже пошел процесс. У нас как раз погода сейчас хорошая. И вот эта зелень, она мега нежная. Единственное, что пожалела я, что надо было еще... Лук зеленый посадить. Вообще было бы круто. И угадайте, что нам Валера все-таки купил. Здрасте. Его молочный с орешками. Уже и до меня дошел вирус.
вышла на улицу, чувствую, что-то мне нехорошо, голова кружится, слабость, вот как потекло с носа. Все, заболела и я, вот вам детские вирусы. Я хотела Николь уже прекращать кормить, так как уже полтора года я ее практически кормлю. А своих детей я, как правило, кормлю полтора года, два. Ну, в зависимости от ребенка, как он себя чувствует. И решила немножко все-таки Николь продлить кормление, потому что эти вирусы детские, школьные, приносят со школы, и ей так легче на груди это все пережить. А нам, взрослым, не легче. Время обеда. Готовлю суп согревательный. Еще с вечера отварила на кролике бульон. Оставались такие части кролика, не сильно мясные. Но на бульончик то, что надо. Тут у меня чуть-чуть мяска с кролика. Уже варится горох. Мне осталось сделать зажарку. Лук и морковь и картофель. И все, буду быстро готовить. Гороховый суп – это один из самых быстрых супов для меня. Олечка уже пришла со школы. Они гуляют с Николей, и Оля, и Валера на улице, чтобы я могла быстренько приготовить покушать. А Валера уже себе обед приготовил. Это омлет из субпродуктов из кролика. Оставалось печень, сердце, почки. Легкие. Валера себе обжарил с луком. И вот такой у него будет обед. Ну, это на любителя, кто любит. Я, конечно, не фанат субпродуктов. Мне что-то такого надо и детям. Жиденького. Ой, приболела. Уже не снимала этот гороховый суп. Сварила, думала, как бы быстрее его сварить. И все. И не хочу уже брать камеру. Все, ухожу я на больничный, на денечек. Надо чуть-чуть привести себя в чувство. Нету настроения что-то снимать, что-то рассказывать. Просто хочется отдыхать и просто выздороветь. Сквозь судьбы километры, через тернии